Итак, мои комментарии на ваш вопрос, распознает ли OnePlus 5T ваше лицо, если вы показываете за место лица фотографию, и можно ли его обмануть с помощью фотографии. Большую фотографию я не стал распечатывать, какие есть дома, соответственно, те и применяю. У нас сейчас установлена блокировка смартфона по нескольким вариантам, в том числе по разблокировке по лицу. Если я подношу к лицу, то, соответственно, телефон без проблем разблокируется. Еще раз, сейчас он заблокирован, смотришь, разблокируется. Еще раз, заблокирован, смотришь, разблокируется. Если прям вот моментально все это работает, очень-очень быстро. Тут даже по дисплею, либо вы нажимаете на кнопку питания, либо вы просто два раза стукаете по дисплею, и у вас автоматически телефон разблокируется. Можно ли обмануть с помощью фотографий? У меня есть несколько фотографий, они обычные, но там изображен я, это портрет и немножко, скажем так, другие фотографии. Ничего не происходит на разном уровне. Можно было бы сказать, что это какая-то ошибка, эксперимент не считается удачным, но тут абсолютно сразу же пишется, что какая-то ошибка и типа повторите разблокировку другим способом. Берем другую фотографию, потому что это не совсем удачная. Пробуем то же самое. Опять же у нас выскакивает эта ошибка, то есть телефон видит чье-то лицо, видит чью-то фотографию и он не разблокирует его. Система не разблокирует. Еще одна фотография. Опять же, красная надпись о том, что ошибка, нажмите для повтора. И последняя фотография, для того, чтобы эксперимент был совсем чистый. Подносим на разных углах. Если подносить совсем близко, то он пишет, что устройство в кармане. И вообще никаким образом не пытается его разблокировать. Если поднести, то, соответственно, выдает ошибку. На любом расстоянии. Можно так, можно. Ну, давайте вот примерно вот так вот. Если же я начинаю разблокировку, то есть подношу к настоящему моему лицу, то, соответственно, телефон без проблем разблокируется. Из этого я могу сделать вывод, что OnePlus 5T нельзя обмануть с помощью фотографии. Распознавание лица работает на 5T плюсом.